Всем привет, с вами Камара, мистер Крэзи Пингвин, и сегодня мы продолжаем играть в Dead Space 3. Да. Открываем, пошли. А, ты ё-моё, тут же так. Да. От руки. Да. О, гардероб! Гардероб, господи! Включаем! Я в гардероб. О, костюм N7 разблокирован. Это мне за Mass Effect. Костюм свидетеля, контактера, сменить костюм. Ай, дай. Сменить костюм. Ну да, я тоже хочу. А, костюм контактера, костюм N7. Это... Да, костюм Шепарда. Костюм свидетеля. Костюм свидетеля — это твой костюм, кажется. Костюм контактера. Ну, вообще-то просто внешний вид, как бы. Скафандр, костюм свидетеля. Какой выбрать? Костюм контактера. Все, сейчас я приоденусь и улучшу X свой. Е-е-е, золотой Айзек. Давай, шлемак. Ай, вот этот. А тебе нужен будет костюм свидетеля, Вась. Зачем? Он лучше? Нет, просто чтобы мы отличались. Тебе нужен костюм свидетеля. Он для твоего персонажа, во-первых. Спецназа. Свидетеля, контактер. Вот, тебе нужен свидетель. У меня потому что контактер. Ну, по DLC так открыто, что для меня нужен костюм свидетеля, а для тебя контактер. Там он с языческими символами нарисован. Угу. Такой. Вот, надевай его, да. Давай. Чик-чик-чик. Вася эпично входит. Давай, дружище. Да. Нет. Чик-чик-чик. У меня такое ощущение, что тебя придушит. О, да, Вася красный. Весь в символах. Такое ощущение, будто на тебя мех надет, знаешь? Да, мне тоже так кажется. Санта-Клаус. Да, это эпический красный свет. Да. Так, все. Вась, дай мне залезть и улучшить мой X. Да, я улучшу X. Это я хотел сделать. Мощь длительность зарядки, кстати. Броню и запас кислорода. Так. А, там за металл он. За металлолом, да. У меня когда лазерная винтовка складывается, она искры дает. Так, давай. Да, мой классненький дробовичок. Улучшить X. Улучшает здоровье, броню, запас кислорода. Улучшает мощь, длительность стазиса. Улучшает дальность кинезис. Так, здоровье. Воздух. А стазис — это остановка времени, я так подозреваю. Здоровье, самат, гель. Да? Стазис, да, это замедление вот это. Броню на 5%, кислород на 60 секунд, здоровье на 25 единиц. А воздух... Я, пожалуй, прокачаю воздух, знаешь? Как хочешь. И здоровье на 25 единиц. Mm-hmm. Я, правда, потратил вообще весь металлолом, который я есть. Я тоже почти, у меня 86 осталось. Вот, зато у меня теперь получше будет мой костюм. По крайней мере, должен быть... Сейчас проверим. А. Блин, Вася! Что? Опять открываешь всякие двери. Так, дверь, окей. Вася, не лезь вперед, батьки. А, окей, это похоже будет в космосе. Я прав, что прокачал кислород. Я не помню, что прокачал. Я прокачал точно здоровье и броню, что ли. Блин, у меня от твоей маски красные блестки в глазах. Прям камера красная становится. О, я был прав, кислород, офигенно. Так, альт, оба. Так, а куда нам? Ага, полетели, вот к тому обломку. Папа Сьерра. Ну там будет кислород, Будем надеяться. А, вот он, на платформе. На площадке, вот он, кислород. Опа. Подзарядимся. Опа, заправились. Следует грин.
грили. О, я залез. Что это такое? А, мы в... Блин, я залез на второе сиденье, Вась, ты будешь пилотом. Офигенно. Окей. Ты будешь пилотом. Вот смотри, не угробь нас, Вась. Ну это случится. Давай, СК-1П, ты сможешь. А я куда сел? Я на турель сел? Или куда? Чё, куда лететь-то? Куда нам на грили? Грили, да, нам грили нужно обследовать. Я на место пилота сел. На место пассажира все-таки. Блин, прикольно вообще, раньше такого в ДСПС не было. Кстати, я не управляю сейчас. А, ну. Он сам летит. Пофиг. Главное, ты сидишь на месте пилота. Это главное. Интересно, я действительно пассажир или тут все-таки будет какая-то турель или что-нибудь в этом роде? Было прикольно. Так, нам нужно грили обследовать. Нам об этом говорили уже. Настройка посадочных. Грили. Станция грили. Все, выходи. А как выходить-то? Не знаю, я вышел. На F. У меня на E. А, понятно, на кинезис модуль. Так, грили. Ну что ж, полетели к гриле. А можно, короче... Подожди, а почему у меня задача обратно указывает? Не-не-не, нам нужно к гриле, я точно читал. Сейчас, тап. Слушай, отсюда упасть можно, по сути? Ну да. А, нет, нельзя. Тут только взлететь можно. Блин. Как же тут навигать... Блин. Так, управление... Вот как перейти в другой раздел, я не знаю. Блин. Я, пожалуй, сейчас подлечу обратно за кислородом. Так, наверное, на Т какой-нибудь там журнал или что-нибудь в этом роде. Нет, на I. На I инвентарь, не то. G, H, V, B. Так, стоп. Надо посмотреть, как выглядит у нас журнал. На какую кнопку. Это не то. Управление. Извините, управление. Вот, основные элементы. X, активировать бег, пригнуться в удар, локатор, аптечка быстрая. Стазис, миссии, J, окей. J, значит, кнопочка J. Нет, это бота-поисковики. Миссии, добраться до Терра Новы. Бонус миссии, обследовать грили. Я был прав. Нам надо обследовать грили. Ну, окей, все, это понятно, куда нам. Да, вот грили у нас. Бонусная миссия. Подожди, может на локаторе бонусная миссия? Гардероб, станок, задача. Нет, все правильно. Я просто точно знаю, что нам нужно обследовать грили. Так, полетели. Ты кверх головой. Я вообще боком каким-то лечу. О, там ящик. Сейчас мы его... Задохнем. Так, куда? Обойма. А это у нас что такое? Это вход? Это О2. Окей, emergency. Разбьем. Опа, обнимашки с баллоном! У меня еще много. У меня тоже, я только что пополнил. Так, а как сюда войти? Это что такое? Так, это, да. Подожди, Вась, ты где? Здесь я. Я не вижу тебя, может по локатору? Ага. Я внизу. Да-да-да, вижу все. Подожди, я где-то, кажется, еще один ящик видел. Ящики — это хорошо. Вот ящик. Опа. Что у нас в этом ящике? Ну, ну же. О, обойма, хорошо. Ты видишь вход? А, вот вход, Вась. Сейчас. По локатору меня отыщи. Нажми локатор, он подсвечит меня. Во-во-во, Вась, вот я тут. Лети ко мне. Комару. Тут как раз таки вход. Опа. Вертим, крутим. Хорошо, что я кислород все-таки прокачал. Замечательно. Так, нам нужно обследовать этот корабль. А что, тут все равно нет кислорода? Сейчас стабилизируется. Во. А. Обычно так всегда бывает. О, стоп, а я поставил таймер? А я не поставил таймер. Окей, ставим сейчас, пофиг. Так. Входим. Детка. Некроморфы. Сейчас, погодь. Да, круто, мы выключим. Бойтесь меня, бойтесь нас. Бонус миссия, грили. Hey, Santos, I made it inside the grilly. Any luck with that encrypted message?
Проходим. Источник сигнала, окей. О, тут есть обойма. Короче, давай так, я буду впереди ходить. Погодь, я... Нет. Так, тут у нас гардероб, но он закрытый. А, тут у нас трупак прямо. Стандартная компактная станина. О, станется. А мне она не принеслась. Может, она как модуль, может, она только когда ты ее к верстаку принесешь. И что-нибудь может в этом быть. Роде. Что ты говорил, вперед пойдешь? Ну, спускайся. Нет, просто дело в том, что у меня как бы отбрасывающая фигня плюс дробовик. А, ну да, да, да. Ты же у нас командос. О, вот тут я вижу что-то. Да, стандартная компактная станция. Блин, только у меня сейчас. Станина она не станет. Станина, окей. Я не прав. Вась, что там у тебя? У меня. Не знаю ничего пока. Музыка звучит, и страшно. А, верстачок. Черт, где? Некромант сзади. Спасибо, прикрыл. Кто еще? Выходите когда. Ай, не вовремя. Блин, как ты со всеми классно разбираешься. Мне прям жалко патроны. Так, что за звуки? Это можно включить. Гады. Скажи, он еще живой. Жив? Нет. Вот он! Блин, зараза! Вася, аккуратно! Эта хрень плюется! Вася, сзади подрывник! Беги отсюда! Оу, щит. Фак, перезарядка. Сдохнет, тварь! Кто еще? Сейчас, пособирать надо. О, господи. Восстановить подачу энергии и активировать замки, кажется. Подожди. Какой-то нужный вал какой-то. Смотрите, трассирующий вал. Подожди, Вась, давай сейчас разберемся сначала с насущными проблемами, а потом будем уже в дополнительные ходить. Так, ящички. Ой-ё, меня подранили. Да, тебе нужно подлечиться. Так, сейчас я выброшу одну слабенькую аптечку. О, полупроводник. Да, их тут куча. Так, подожди, путь вниз. Подожди. Дай разобраться. Так, тут нужно... Так. Это что такое? Чип нужен. А верстак. Верстак, я занесу станицу, а верстак не работает. А тут нужно его ток подать. Энергомодуль, да, нужен. Вот только где его это встать? Ладно, давай. Пойдем вперед. Стоп. Так, я пока вниз схожу, посмотрю, что тут. Ага, тут коробочка, так. Здесь у нас ничего, ящички, парочка. И открытая дверь. Преобразователь, металлолом. Тут у нас что? Патроны. А, у меня нету места. А что мне выкинуть? Еще одну маленькую аптечку бросим. Дальше сюда. Аккуратнее, Вась. Ну-ка, не нарывайся. Нет, Вась, открывающиеся и не ломающиеся ящики подсвечиваются всегда. Так, пошли. Окей. Господи, это мне не нравится. Фак, вот отсюда могут некроморфы по... Мне показалось, или что-то зеленое там было? Блин. Кажется, это от моей маски, но все равно страхово. Так, тут лифт тут неработающий, есть. Тут пара ящиков. Самат гель. А вот там вот что-то. Так, лифт на верхнем уровне. Закрыт. Средняя аптечка. Окей, закрыто. Тут лестница вниз есть. Ты первый? Да, окей. Надо научиться пользоваться моим оружием. Так, напарник заблокировал лестницу, окей. Я спустился. Так, ящики, Вась, не осматриваешь. Стасис, батарея, обойма. Так, что это у нас тут такое? Так. Ага. Так, а вот, кажись, генератор, Вась. Так, знаешь, что я думаю? Да, ты прав. Ты все делаешь правильно. Ну, вращай. Давай. Еее!
Power up, bitches! Генератор работает. Есть энергия. Окей, пойдемте вверх. Сейчас будет, небось, эпичная схватка с некроморфами. В очередной раз. Кстати, мы вдвоем можем по лестнице подниматься. А вот сейчас реально будет. Плюющийся гад, говнюк! На тебе! Ах ты! Перезарядка. Никого больше? Полупроводник. Лифт закрыт, кажись, да? Нет, работает. Погодь. Давай вернемся на палубу, там, где был верстак и прочая хрень. А, да, кстати, верстак, походу, заработал. Ну, если энергия есть, то верстак и заработает, и остальные комнаты открыты. Сбой энергосистемы. Ну, то есть верстак. Обратно. Не доверяю я этому гаду. Ладно, значит, идем туда. Вверх, судя по всему, палубной рубке. Лазерная винтовка штука хорошая, но она замедляет мою пушку очень сильно. О, шкафчики. О, преобразователь чуть-чуть. Сейчас, подожди. Надо что-нибудь выкинуть. Пусть это будет этот. Опа-на! Чё? Да просто очень некрасиво лежащие трупы настораживают меня, что здесь есть заразитель. И он придет, и он всех трахнет, и они станут некроморфами. Так, я ящики пооткрываю. Самат гель. Что тут у нас? Полупроводник. О, а тут, кажется, электрощиток. Что-то клеит. Да что ты тут хулиганишь? Почему нельзя? Нет. А, вот. Окей, что это? Чтобы сбалансировать подачу энергии, между всеми используйте. Ай. Ай. Окей, так нельзя. Тоже нельзя. Так. Фонари, центральный процессор. Тоже нельзя. Ты себя так убьешь. А если вот так? У тебя жизнь отнимается? Нет. Тогда не шути так. Тоже нельзя. Тоже нельзя. Зараза. Сейчас вообще ничего не включено так сейчас. Я тут мастер наладчик, блин. Так, а если мы вот так и вот так? Ага, есть! Центральный процессор включен. Но я вырубил свет. Ага, там живые есть. Ой, что это такое? А, это система. Блин. Опа, свет заработал. Так я же его вроде выключал. Так, а почему у меня очень тихо стало? Сейчас, Сеп. Окей. Странно, что-то у меня очень тихо как-то стало. Да не, вроде норм. Это, видимо, аудиосообщение очень тихое. Ну. А, окей, мы вошли сюда. Обратно. Верстачок работает. Ах ты, сука! Зараза, где еще? Внизу. Молодец, Вась, прекрасно работаешь. Что там у тебя происходит? Чё, там больше ничего нет. Норм, металлоломчик. Полупроводничок. Нельзя. Так. Чё тут? Обойма. О, работает станок. Да, сейчас я тоже иду. Занести станицу и все такое. Стандартная компактная станица. Окей, еще хочу посмотреть, может. Может и. Так. Так, выходим.
Я пока ничего прокачивать не собираюсь, да у меня нечего прокачивать. Пока что. Окей, нельзя. Васек, ты идешь? Да, сейчас, одну секунду. Лаборатория? Что это такое? О, цепь модернизации я нашел. Урон плюс один, обойма плюс один. Классно. Сама где? Ты где там вообще? Я тут... Да тут комнатку нашел маленькую. А чё я туда не могу попасть? Да я не сюда, Вась, пока, потому что пошел. Подожди. Да я прокачаю теперь уже свое оружие. Да. Так, модифицировать тебя. Зарядку, урон, обойма. Так. Ставим тебе урон плюс один, обойма плюс один. А вот сюда просто обойма. Так. Неплохо. Mm-mm. Так, сейчас. Что у нас доступно? У нас доступно один на урон и один на обойму. Кай. Ты что там делаешь-то? Да, лестницу бью. Все, теперь дробовик очень крутой. Пошли, Вась. Иду, 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 иду. Все. Идем. Ух ты. Так, стоп. Мне нужно лучше выкинуть мою аптечку. О, какой-то компьютерный зал. Ох зал. Ты, ни хрена себе. О, ящичек. Вась, аккуратней. Кому говорил аккуратней? Где еще твари? Где, 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 где? Вот тебе, зараза. Вась, кому говорил не лезь вперед, батьки? А у кого дробовик, а? Ты ни хрена не знаешь об этой игре. Если идешь вперед, на тебя всегда кто-нибудь выскакивает. Это закон Dead Space. Я знаю. Это закон всех хоррор-игр. Блин, у меня уже нету места, у меня одни средние аптечки в инвентаре. Чё-то как-то средний уровень, совсем не средний уровень сложности. Вот совсем легенький. Да. Вот нифига, нифига, ящик. Цепляйся. Зараза. Так, я тут где-то убивал гада вот этого, да. Окей, он пустой. Тут пусто, закрыто. Пусть говорят. Нафиг. Так. Так, сейчас. Вась, убери шумы у тебя там сзади. Сейчас, сейчас. Подъемник. Что у нас? А, окей. Это даже... Сейчас. Это не подъемник, это опускальник. Какой-то громадный комплекс. И сразу некроморф. Давай. Ты же у нас дальнобойщик. Это, эти заразы по-любому сзади пойдут. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Вот отсюда пойдут, вот отсюда. Вот эти решетки, это откуда они лезут всегда. Вентиляция. Они, гады, там постоянно сидят. Сюда ничего не выпало? А, сам отгель. Ну ты, Вась, вообще зверь. Ну, опрокидываем, стреляем. Только тут надо привыкнуть, что альтакой на эту, на среднюю клавишу. Да. На среднюю клавишу? Ну, на колёсико. А, ты себе сменил, понятно. Я не менял, у меня так и было изначально. У меня на пробел. Ой, чё такое? Сзади. Ай, на меня некроморф лезет. Вась, нажимай там кнопку действия. Тебя
Тебе надо научиться жмакать кнопку действия очень быстро. Мне нужно научиться жмакать кнопки. Это моя проблема во всех играх. Серьезно, не могу. Ну как, я могу, если привыкнуть, но это надо привыкать. К игре вообще. Что тут? Обойма. Вась, не забывай постоянно везде искать ресурсы. Ух, ё, я тут расплющил этих каких-то таракашек. Я не знаю, кто это, там маленькие жуки. Маленькие жуки, они отвратительные, их лучше действительно давить. Так нет, я их этим раздавил, как его. Вот этим. О, генератор. О, господи! Ну и что делать? Я его выключил. Молодец. Блин, ну я включил газовые испарители. Твою мать. О! Патрончики. Что у нас тут? Крутани. Электрический заряд. Что ты говоришь? Крутани. А, сейчас я к погоде. Подзарядку я открыл. Это что такое? Давай. Ключ! Я ключ нашел. Теперь мы сможем зайти в комнату, где там надо было ключ взять. Ключ использовать. Комарик, давай, вместе тут надо крутануть. Я нет, слушай, тут один. Нет, это просто вытаскивал ключа. Все, мы здесь все сделали тогда, получается. Что? Погодь, секунду. Так, можно выкинуть. Заряд. Вот зарядку нашел. Я тоже ее нашел. Это кто? Они его оживляют! Вот поэтому я и отстреливаю конечности. Вот почему я отстреливаю конечности. Кто оживляет его? Жуки вот эти? Да. Твою мать, еще убийцы. Ох ты, ни хрена себе! Что-то мне подсказывает, не надо наступать на эту фигню. Да, правильно подсказывает. Кэша. Открываемся, идем. Ах ты! Блин, опасно. Опасно. Jesus Christ. Включайся быстрее. О, все на борт? Сейчас, кажется, еще одно мочилово будет. Твою мать, да мы тут весь корабль расхреначим. Придурки некроморфы. Идут на эту хрень. А она их в космос отправляет. Сзади. И спереди тоже. Ну иди сюда. Да хватит тут. Быть. Что это такое? Сдохните, твари. Вот это. Аккуратно идем. Не задеваем эти хрени, которые расплющивают по потолку. Полупроводнички собираем. Так, а как там пройти-то? Вот отстой. Может, все-таки попробовать? Пойти? Не-не-не-не-не, убьет 100%. Вот здесь он. Аккуратненько. Сволочь, где? Да я ж тебя! Ты еще пригинаться научилась, зараза. Молодец, красавец. Кто?
Ай, меня, блин, ладно. Господи, ты от них просто живого места не оставляешь. Ну, дробовик евангелиста, все-таки это дробовик евангелиста. Да. Так, ладно, пойдем отсюда. Нам здесь больше делать нечего. Пустые шкафчики. Давай, бри. Сейчас занесем в это, в верстачок себе подзарядку эту или как. Блин, и здесь это. Вася, аккуратно! Молодец! Ты красавец, слушай! Ха-ха-ха, по стенке! Да, красиво. Я никак... Вася, подрывники! Отойди оттуда, назад, назад, назад! Ко мне, чуть ближе. Постреляй пока, я перезаряжусь. Слушай, я не могу понять, это ты орёшь? Нет, это они. А ты не пойм... Да сколько ощущение... вас тут? По-моему, все. Кончились. Тут еще что-то валялось. Дофига чего-то. Дальше. Кучу всякого нашли. Подзарядка. И куда ее? А, подзарядка это... Ну-ка. Это патрон или нет? Нет, это насадка новая. Ее можно будет сделать. Так. А куда ее это? А. Она к любому будет. Оружию просто. Все, зарядка 2. Вот это. Ну, насадка 2, в смысле. Всё. Так, я открыл дверь. О, я нашел вольфрам. О, господи, наконец-таки. Наконец-таки я смогу что-нибудь скрафтить нормально. Я скачал файл. Подожди. Ну, тебе не хватит столько вольфрама, этого мало. Господи. Короче, пошли отсюда. Спрятать розету. Мы единственное, что не зашли вот в это помещение. На вопрос, сможем ли мы туда зайти. Трассирующий вал. Трассирующий вал. Что такое трассирующий вал? Где его найти? Там закрыто уже. Можем вернуться к генератору, но там вряд ли что-нибудь найдем. Там закрыто. Единственное, где открыто, это здесь. Нужен трассирующий вал. Где еще открыто? Наверху открыто. Слушай, что тут так пищит? Не знаю. Я наверх. Вот иди сюда. Подожди, я наверх сейчас поднимаюсь. Я, блин, трассирующий вал бы этот найти. Я хочу узнать, что в той комнате реально. Это лампочка. Шлем непробиваемый. О, гардероб открылся. Вась. Чё, сейчас, подожди. Может быть, трассирующий вал снаружи? Может быть, вполне. Куда, на лестницу? Да, вверх. Я, короче, выхожу. Блин, ждем напарника, я тебя жду. Бонус миссия. Окей. Так, сейчас. Доберитесь до Тараново. А, ну окей, значит мы все выполнили. Просто мне единственное, что очень хочется найти этот трассирующий вал. Так, готовимся. Выходимся. Полетаем в округе, поищем. Все, что подсвеченное, должно быть хорошим. А если мы найдем трассирующий вал, то будет вообще замечательно. Где бы его искать еще? Вот это не трассирующий вал. Но не, вряд ли. Вон, кислорода. Ты прям меня заучиваешь. Так.
Так, запасные запасы кислорода. Экстренные, так сказать. О, тут поливальщик. О, а тут... Тут поливальщиков дофига. Да. Это плохо. Я пока расстреливаю. Подожди, где ты? Я сейчас далеко улетел, к другому кораблю. Вижу, да-да-да. Я к тебе лечу. Может быть, там мы и найдем трассирующего, кто знает. Кислородный баллон. Ну, что я не могу использовать. Что-то кислород висит, я его использовать не могу. Может, он у тебя полный? Ну, как полный? Он не может быть, у меня 248. Так, это на миссию. Не туда. Ой, Вась, там правда дохрена их. Аккуратней. Это их было дофига. Я то, их там что, до сих пор видел. Что? Тут, походу, будет, знаешь, что сейчас? Стазисную батарейку нашел. Ай, сзади. Что это такое? Это тоже кислород? Ох ты. Минус один. Да, это кислород. А чё, внутрь сюда нельзя? Ох ты, ящики! Так, запасной кислород. Окей, эта хрень не нужна. Может, сбоку здесь зайти можно? А, тут вход есть. Судя по всему. Что это такое? Еще обойма. Спасибо, обойма мне не нужна. Слушай, а где ты? Я тут внутри этого корабля плаваю. А, да, тут есть вход. Подожди меня, сейчас пройду. Тут на кислород уже мало. Вот, да, тут есть подзарядка. Чик-чик-чик-чик-чик, заполнили. Так, я открыл, вхожу. Вошел. Так, тут есть какие-то хранилища. Ух ты. Что это такое? Артефакт КССК. Хранилище. Вау! Няшечки. Подожди. Сейчас я хочу... Бросил кучу вещей. Че, уходим? Мне тут... Слушай, реально интересно, так плаваешь по космосу, убиваешь плевальщика. Трассирующий вал, какого хрена, где его искать вообще? Подожди, что ты там сверкнуло? Там что-то сверкнуло, я видел. Вот, а, это кислород. Так, здесь кусок оторванного двигателя, это не то, что нам нужно. Так, этот кусок корабля с поливальщиками мы осмотрели. Тот кусок... Уже без. Смотреть не надо. Нет, там еще они есть, там их дохрена, Вась. Ладно, бесполезно лететь туда, куда я хочу. Сейчас, я хочу облететь этот корабль по кругу. Стазис, а не стазис этот. Какого? Самат гель, отлично. О, там тоже есть. Тут кислород. Так. О, тут есть какие-то 4, 3, 2, 1. Спасательные капсулы, что ли? Кстати, ты не замечал, можно боком летать? Да, можно. Знаешь, я просто не знал. Так, плевальщик, походу. Нет, что это такое? Опа, а это кислород тоже был. А я. Так. Эрдок. Все разрушили мы.
На какой-то обломок приземлился. Ай-яй, что это? Тихо-тихо-тихо. Кстати, стоит батарея. Я нашел, блин, обойма. Где трассирующий вашу мать вал? Не надо в меня шмаляться фигней всякой из своего собственного тела. Почему ее током бьет перед смертью? Как будто что это такое? Блин, показалось. Может, это как раз таки то, что ты установил под зарядку? А, кстати, это вариант. Возможно. Ну что, прям практически на каждый обломок можно приземлиться. Блин, их тут до хрена. Для кого? Гадов этих вылазят из всяких щелей. Может, здесь что-нибудь интересное? Нет, тут ничего. Где тут кислород? Вот. Давай, иди сюда. Отлично. Восполнили кислородик себе. Полетели дальше. Блин, ну где же эта хрень? Трассирующая. Трассирующий вал. Ладно, Вася, я предлагаю нам вернуться на корабль материнский наш. А где он? На Б, по локатору найди. Он тебе наведется. Окей. Что там сверкает? А, это электричество. Все увидел. Да. А, господи, я думаю, что за фигня летит, а это комару. Так, я думаю, на самое время закругляться на этом. Пожалуй, все на этом. Пока что всем спасибо, что сегодня смотрели нас. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Не забывайте посещать канал Василия, а также наши группы ВКонтакте. С вами был Комар и мистер Крэзи Пингвин. Всем до свидания!